Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас на обзоре профессиональный компрессор «Улитка», в народе называется «Улитка», вихревой компрессор, модель HG120C. Это один из самых ходовых компрессоров из профессиональной серии, потому что он дает большой объем воздуха. По своим заводским характеристикам, потребление 120 Вт, давление дает 7,5 кПа, и объем воздуха 21 кубический метр в час. Очень многие из вас считают, что такой компрессор можно поставить на любой водоем, и он будет справляться. Характеристики, которые дает этот насос по мощности, это много, да, в объем воздуха. Но у этих компрессоров есть определенные ограничения. Сегодня мы будем об этом во всем разговаривать, потому что очень многие наши клиенты нашего сайта zookool.ua покупают эти компрессоры, ставят на пруд 5-10 гектар и говорят, что вот он не дует. Сразу забегаю вперед, что нельзя с ним делать. Нельзя этот компрессор поставить на пруд, поставить на него распылитель, чтобы он прокачивал глубину, к примеру, 2-3 метра, 4 метра. Это невозможно. Пожалуйста, не путайте серию компрессоров «Улитки» с серией той же «Сансан», серия компрессоров «Асо». Те компрессоры, к примеру, дают давление больше, и они могут глубину 2-3 метра прокачивать. Данные компрессоры дают большой объем воздуха, он может по горизонтали продавливать 20-30 метров, но глубину боятся. Данный компрессор максимально может работать на глубине 0,7 метра, всего лишь. Но если вы его будете ставить, к примеру, на глубине 0,5 метра или 0,3 метра, он даст вам большой объем воздуха. Но тут еще тоже не все так просто. Сейчас рассказываю дальше. В комплекте к нему идет такая гребенка. Давайте ее сразу соберем. Так. Всасывающее отверстие. Префильтр для всоса. Штуцер для подключения так называемой гребенки. По этой гребенке можно сказать, что можно поставить на аквариумное хозяйство. Но в моей практике, как я уже понял, если мы ставим этот компрессор на аквариумное хозяйство, на обычные шланги 4-5 мм и подключаем к ним вот такие распылители стандартные, небольшого размера, то за счет того, что компрессору тяжело давить, много воздуха он не дает и выходит из строя быстрее. Все-таки эти компрессоры предназначены к профессиональным распылителям. Тут самое главное, что когда вы берете профессиональный распылитель, вы смотрите, что здесь диаметр большой. И на выходящем штуцере диаметр большой. Они даже, в принципе, совпадают, видите? То есть вы должны от распылителя до компрессора провести всю магистраль вот таким диаметром. Давайте замерю, скажу, какой здесь диаметр шланга должен быть. 21 мм. Если вы сохраните магистраль 21 мм, то вы получите в конце на распылителе максимальный объем воздуха. Пожалуйста, это не забывайте. А я их часто использую с такими дисковыми распылителями, вот с такими трубчатыми распылителями. Тогда работает оно все в паре. То есть такими обычными не рекомендую. Давайте сейчас подключим его и проверим, сколько же он по факту потребляет электроэнергии. Итого, я подключил модельку HG120C. Уровень шума, в принципе, довольно-таки тихо работает относительно такой высокой производительности. Сюда всасывается воздух, стоит такая сетка префильтра, чтобы не попала крупная грязь сюда вовнутрь. И подсоединил специальный штуцер и поставил неспроста гребенку, чтобы дать нагрузку. И смотрим потребление. 140 ватт железно он потребляет, а не 120. Итого, подведем итог по модели компрессор «Улитка». Профессиональный компрессор серия HG120C. Компрессор по факту будет у вас кушать 140-145 ватт, раз.
действительно дает большой объем воздуха. Мы не можем по объему воздуха промерить. У меня нету никакого прибора, но тут очень много факторов играет при проверке. Я не рекомендую его использовать с заводской гребенкой, дабы не заужать диаметр шланга, чтобы компрессор работал максимально на толстом трубопроводе. Рекомендую использовать с профессиональными распылителями, которые имеют тоже большой диаметр для подключения, для соединения. Компрессоры предназначены для постоянной работы круглый год. Рекомендую его ставить на небольшие, ну, на небольшую глубину, максимум полметра, потому что максимальная глубина погружения его распылителя, к которому он сможет продуть, это 0,7 метра. Далее, в месте установки компрессора убедитесь в том, чтобы там не было пыли, пенопласта, потому что он может сюда повсасывать это все и забьется все внутри, и компрессор ваш сгорит. Плюсы: большой объем воздуха, адекватная цена, подходит для аквариумных хозяйств очень часто. Чаще, конечно, берут для подачи воздуха в небольшие водоемы и для небольших систем УЗВ. Качество меня все устраивает, нареканий я пока не встречал. Кто ставит чистое место, где нету, грубо говоря, видите, вот таких кусочков пенопласта, то компрессор будет работать четко, долго. И к ремонту я еще не прибегал. У меня двигатели просто так себе не горели, ни одного клиента. Спасибо за внимание. Ссылку на данный компрессор оставлю внизу в описании. Подписывайтесь на канал. На сайте zookool.ua очень много всего интересного для прудов.